Гурудев, Кришна is yours. Гурудева, Кришна твой. You have the power to give him to me. И ты можешь поделиться им со мной. Ты обладаешь этой силой. Амито Кангал, I am just a beggar. Я просто попрошайка. So I am running behind your lotus feet. Бегу вслед за твоими лотосными стопами. Crying, Кришна, Кришна. Взывая, Кришна, Кришна. Шрила Гурудева Кришна. Доказалось, что уже беспросветная тьма. В Индию не можем поехать к Гурудеву. Нет, вдруг он приезжает. Это просто как вот луч света вот в темном царстве. Моей изболевшейся души. Сегодня был какой-то просто нереальный киртан. Такое чувство было, как будто я перенеслась вообще из Москвы во Вриндаван и летала просто. Мне казалось, что сердце вот тут выпрыгнет просто из груди. Это было что-то нереальное. И киртан классный. Очень. Очень. Таких фестивалей, они неповторимы. Это как принцип духовного мира. Никогда не бывает ничего старого, все новое, новое, новое. Гурудев каждый раз расширяет границы видения, что такое духовное пространство, что такое духовное служение, что такое духовный мир, что такое духовные отношения. Фестиваль настолько яркий, он очень четко показывает то положение, в котором мы находимся, и показывает очень четкую перспективу того, куда нам идти. Мне очень нравятся фестивали Прем-Прайоджи. В них забываешь реальность и улетаешь в какой-то другой мир. Вот я в восторге, просто счастлива. Очень рада, что я сюда попала, и Катха тоже. Просто великолепно. Спасибо огромное. Он вообще просто уносит в космос. Очень интересно. Во-первых, очень много эмоций, потому что прям Махарадж прям очень сильный. Он
Я не знаю, даже не могу сказать просто, если честно. Но впечатлений очень много, если честно. Прям очень много. Он взрывает, буквально взрывает. Вот, то есть с моей личной позиции, я вот считаю, что я расцвел. Я как засохший цветок был, который не поливали долгое время. И вдруг на меня пролились тонны воды, такой благоприятной. И я снова ощущаю себя живым. Самое лучшее впечатление. Я восхищен, я в таком восторге, я переполнен эмоциями. Все на самом деле очень духовно, очень душевно. Гурудев просто вдохновляет настолько сильно, что я не знаю, я как воздушный шарик, который готов вот-вот взлететь и просто лопнуть даже. Мне все понравилось. Все эмоции. Ну, я мечтаю бхакти получить. Вдыхаю здесь вашу прану и... Рады. Я очень просто вдохновлен, поражен, изумлен. Нет слов. Все, кто не попал, я вам очень сочувствую и приглашаю в следующий раз посетить. Пожалуйста, приходите. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
ну, просто на таком подъеме. Я очень рада, что меня Бог занес сегодня сюда, это 100%. И я сейчас в этой атмосфере, ну, просто я не могу, я не знаю даже, как я отсюда уйду, я не хочу уходить. Оставайся с нами. Хочется протянуть этот момент, эти дни все дольше и дольше. И только здесь, с преданными, с желающими стать преданными, можно почувствовать эту энергию, эти чувства, те, которые люди хотят поделиться с друг другом, передать ее и наполнить другого счастьем. Так как каждый, кто когда хотя бы раз посетил такое мероприятие, он потом по-любому сюда придет. Всегда, когда Гурудев приезжает и дает свое благословение всем собравшимся, это самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Все фестивали с участием Гурудева, они божественные. Я живу достаточно далеко от Москвы, в Сибири. Мы тоже прилетели сюда. Мои впечатления о этой встрече, ну, это просто потрясающе на самом деле. Нужно вообще собираться побольше. Гурудев, он всегда объединял всех, всех-всех соединял. Во Вриндаване какие он встречи, то есть преданные разных сампрадай собирались вместе, делились своими впечатлениями. Поэтому мы тоже, нужно собираться вместе, чтобы сплачиваться, чтобы идти по этому пути, прекрасному пути Према-Бхакти. Хари Кришна. Здесь я вижу продолжателей дела Нарайана Махараджи. Прем-Прайоджан, конечно, очень удивительный, поразительный, преданный. На мой взгляд, такой очень крутой расика, я бы так сказал. Вот. То, что меня самого очень привлекает, радует. И хотелось бы таких людей, которых интересует Раська Вайшнава, побольше видеть, настроение рады-рады. Я был просто в восторге. А еще больше меня радует преданные, что они все пришли. В общем, меня очень вдохновила харикатха, которая была про Шрила Нараян Госвами Махараджа вчера, про то, каким учеником нужно быть. Впечатление самое ошеломляющее, могу сказать. Такого нигде, нигде не услышишь, потому что так разъяснить вообще самую суть и садханы, я уже не говорю о расе, никто не может, на мой взгляд. На таком уровне это все дать так, чтобы каждый самый глупый человек понял. Пожелаю испытывать счастье от такой катхи и от таких отношений, которые здесь царят. Хари Бол. Hare 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 Hare
Я считаю, что это огромная для нас удача, что Грудев приехал в Москву. Вот сейчас за окном метель, большой минус, а здесь очень теплая атмосфера, столько дружественных сердец. И, ну, просто потрясающе. Огромные низкие поклоны Грудеву за то, что он собрал всех здесь, и мы можем общаться и служить ему. Очень счастливо побывать здесь, в этой атмосфере, наполненной любовью, благости, и ощутить тепло и родство преданных, и, соответственно, как-то послужить. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. This festival for a Swiss person here in Moscow, it is like an atom bomb. But with this bomb, only people are surviving and entering the spiritual world. It was absolutely fantastic, not only the lectures which bring one consciousness direct to the lotus feet of Radharani, but also then the big kirtans are absolutely mind-blowing. Thank you. Hare Krishna. Гурудев меняет сердце кардинально. Киртан уносит в нереальный мир, просто в нереальный мир. Ты теряешь себя как тело. Его проповедь, я считаю, уникальна. Я считаю, что Господь одарил его многими способностями, харизмами. Харизм – это значит то, что подарок от Хари. На самом деле это подарок от Шримати Радхарани. И поэтому его катха настолько сладостна, потому что она истекает, я так считаю, из столб Шримати Радхарани. Харе Кришна, я очень рада, что я здесь сегодня очутилась. Вот. Я просто окунулась в такую атмосферу необыкновенной душевности. Знаете, прям обстановка очень близкая и родная. И вообще, мне кажется, что в Харе Кришне очень важен вот именно живой поток. И вот он присутствует сейчас, вот именно сегодня он присутствует, вот именно этот живой поток, который захватывает всех, и все и поют, и общаются друг с другом. И все очень здорово и замечательно. Я очень рада, на самом деле, что я здесь очутилась. Харе Кришне! Сегодня, конечно, волшебный день, столько эмоций, это потрясающая волшебная харикатха, киртан чудесный. Я даже могу сказать, что здесь сама атмосфера, она прям дышит этой любовью, вот, потому что Гурудев, он посылает такие лучи света, добра, любви настоящей, которой просто нет в современном мире, поэтому это как глоток чистого воздуха. И то, что я вижу здесь... То, что я чувствую здесь всегда духоподворческий подъем, который у нормального человека вызывает общение искрящихся улыбок, идущих от сердец. Приезд вашего гуру, который очень важен для любого верующего человека, и прикосновение к высшим
раритетом в религии любого человека, высшим святыням, к мудрости, к знанию и к любви к Богу через вот эти совместные песнопения, пляски, через обращение к Богу. И самое потрясающее для человека христианской религии, то, что легкость и простота, которая у человека неподготовленного, здесь вдруг возникает, и он может находиться с людьми совсем очень далекой от него веры, но в радости, в гармонии. Это, наверное, высшее проявление божественной любви нашего Творца. Спасибо большое. Просто потрясающий фестиваль, радости, любви. Это фестиваль нашего, посвященный столетию нашего Гурудева. Он родился 100 лет назад. Махабхагата Вайшнава Бхактивиданта Нараяна Махарадж и его ближайший ученик Шрипад Прем Прайожан вырвался вот просто всеми правдами и неправдами, вырвался в Россию, чтобы все могли участвовать в этом фестивале праздника и любви. Жизнь очень короткая. И удача общения с Расика Вайшнавом — это как сорвать джекпот. Если вы хотите обрести богатство, о котором мечтают даже полубоги, мудрецы и сам Творец Вселенной, просто приезжайте, и вы не пожалеете. Вы получите ананду, блаженство. Рады. Впечатления у меня всегда одни. Лучше всего вообще никогда не покидать стопы, лотосные стопы Гурудева. А если покидаешь, то как можно быстрее лучше к ним возвращаться. Потому что без Гурудева уже вообще просто невозможно жить. Потому что здесь вот каждое слово — это как песня, а каждый шаг — это танец. А про танцы я уже вообще тогда не говорю. И поэтому даже одна секунда вот без преданных, без Гурудева — это просто уже как океан разлуки. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги у нас счастливейшие моменты, дни наших жизней, когда у нас есть общение с удивительной, такой возвышенной личностью, с нашим духовным учителем. Обязательно хочу обратиться и сказать, что, пожалуйста, обязательно приходите всякий раз, в следующий раз, все следующие разы. Здесь новая жизнь. Все, когда вы заходите в двери, все проблемы, все болезни, все остается за дверями. Про все забывают, просто отдаются своим эмоциям, чувствам. Это невозможно описать. Это можно только прочувствовать. Не упустите свой шанс.